Доброго времени суток, друзья. Этот автор у нас уже не новичок на нашем канале. В очередной раз выкладываем ему ролик. Мне нравится его изящество, такая грубость без излишеств. Ну, давайте послушаем, убедимся в моих словах, либо наоборот. Напишите комментарий, если вы с этим не согласны и вам, допустим, не нравится этот автор. Итак, внимание. Алло. Алло. Здравствуйте, это Сергей Владиславович. Я слушаю. Меня зовут Ирина Сергеевна, банк Росгосстрах, отдел взыскания. Звоню по поводу вашего кредита. Оплата не производится длительное время. Собираетесь вообще вопрос решить по оплате? Ирина Сергеевна, а ваша фамилия и должность? Ковалева моя фамилия. Я вам вопрос задала, отвечать на вопрос, хорошо? Должность не назвали еще. А с какой стати я обязан вам что-то еще назвать? Законы. Вы на вопрос отвечаете? А вы законы знаете, что ли? Я знаю, ты у не знаешь. У нас законопослушный гражданин, да. Что ли? Да. Что вы знаете-то? Сидите в долговой яме уши. Никак не можете оттуда выйти. Ой-ой-ой, тебя-то это как волнует. По закону удерживайте деньги банка. Тебя-то это как волнует. Кажется. Хвамка. Меня? Мне это вообще не волнует. Ну а что ты тогда рот свой открываешь? Вот вы меня вообще никак не волнуете, понимаете? Ну, рот тогда что свой не открывай. Что с вами будет? Что с вами будет, понимаете? Ну все. Это вам нужно волновать. Линию тогда освободи, не занимай. Не трать, понимаете? Не трать мое имущество, время. Имущество свое потеряете. Ты жизнь свою потеряла уже, понимаешь? Ты чем-то занята, что ли? Понимаешь, свою жизнь уже так потеряла. Так это вы потерянный человек. Это вы потерянный знаешь, человек. Ты попрошайка телефонная. Ты попрошайка телефонная. Не говори со мной в параллель. Когда будешь готова к конструктивному разговору. А вы таким вот способом утверждаетесь в жизни, да? Когда будешь готова к конструктивному разговору, Миш, поняла? А кто такой-то вообще? Кто вы такой? Кто вы такой закомплексованный человек? Вы же самоутверждаетесь таким образом. Вот и все. Это ты мне звонишь, а не я тебе звоню. Понимаешь, в чем разница, дура? И что дальше? Ну, потому что у тебя IQ ниже принципа, ты не понимаешь. Дура это кто? Твоя мамаша. Твоя мать так общается. Твоя мамаша дура. Твоя мать так общается. Твоя мамаша дура. Твоя мамаша дура. И банк твой. Знаете, на самом деле вас очень жаль, потому что да мне похер, я вот смотрел на вас, да? Смотрел на вас, вы совершенно закомплексованный человек, который ничего в жизни не достиг. И решил самоутверждать таким образом. Это мне кто да? говорит? Днище какой-то? Это мне Днище лайки, говорит? Лайки собирая, понимаете? Да, да. На самом деле очень жаль вас. Понимаете? А мне тебя не жаль. Мне не жаль тебя и всю твою семью. Мне не жаль совершенно. Понимаете? Готовьтесь, имущество с вами будет расплачивать. Да, да, да. Нахер иди, овца. Да, друзья мои, вот не дать не взять. Вот днище, да? А прежде чем кого-то пытаться учиться жить, жизни, простите, да? Ну, сама ты, правильно, он что? Логично человек спросил, фамилия, имя, отчество, вежливо, должность. Кто ты такая, чтобы я с тобой разговаривал, чтобы я тратил на тебя секунду даже своего времени, если ты не удосуживаешься представиться? Если ты решила, что ты работаешь там в этом банке, и ты, типа ты в танке, да, и у тебя есть какие-то права, лицензия на убийство, на хамство, лицензия на несоблюдение законного регламента общения с гражданином Российской Федерации, то ты глубоко ошибаешься, и раз такое дело, то получай то, что ты заслужила. Вот и все. Женщина ты, мужчина ты, может быть, ты там каких-то нетрадиционных наклонностей, но так или иначе результат будет такой, господа коллекторы. Я знаю, вы здесь есть, вас здесь много. Постоянно, причем у вас уже там есть даже клубы по прослушиванию и ненависти. Я представляю, там, наверное, я уже вас там на картинах подвешенный вешу, там, и вы у меня дротики в конце рабочего дня метаете. Это я уже ни от одного из вас слышал в переговорах, как вы меня ненавидите и мой канал. Ну ладно, это ваш выбор. Это вы сами решили быть в той, вот скажем так, когорте нелюдей, да? Вы же понимаете, господа коллекторы, взыскатели, что у вас меньшинство. Вас намного меньше. Вы никогда не будете в большинстве, потому что у большинства есть мозг. Люди думают.
хотя бы немного, но начинают думать. И ваше время скоро закончится, потому что вы не способны думать. Ну ладно, это я обратился, вы сами знаете, к кому. К тому самому днищу. Вот. Ну а теперь я обращаюсь к нормальным людям, к людям, которых вот эти вот сволочи загнали в угол, что называется, и отбили все желание и возможность размышлять. Ребята, дорогие мои, очнитесь. Все не так страшно, как вам нарисовали. Точнее, вообще не страшно. Вообще. То есть ваша ситуация, какая бы она ни была, если она связана с кредитом, она выеденного яйца не стоит. Я понимаю, что сейчас тяжело в это вериться. Но я сейчас обращаюсь к тем, кто недавно на нашем канале, или вот может быть только что первый ролик слушает, или там может быть десятый даже, и не может никак разобраться, куда это он попал, каким это таким сумасшедшим людям, как эти безумцы посмели пойти против системы, или там, допустим, я подозреваю такие вот рассуждения. Ну я же взял, надо отдать, я гусар, я джентльмен, я не знаю, там я честный человек, чего еще хуже, да? Я не говорю, что называть себя честным человеком плохо, но не вот в контексте вот этого вопроса ни в коем случае. Здесь ваша честность ни при чем. Здесь точнее сообразить, как бы быть не обманутым. Если вас обманывают и вы ведетесь на это, то не говорит ни о какой вашей честности, это говорит о вашей глупости. Да уж, извините за резкость, но глупо прикрываться какой-то честностью, ленясь, взять и разобраться. Но неужели вы думаете, что так и должно быть? Что вам на роду написано умереть в долговой яме? Что вам на роду написано быть всегда в долгах? Что это ваша судьба? Неужели вы так и думаете? Друзья мои, возьму на себя смелость, основанную на всем моем богатом жизненном опыте, заявить, что это не так. И вы глубоко ошибаетесь. Не верите? Посмотрите видео на нашем сайте. Ссылочка на сайт есть в описании этого либо любого другого ролика. Также вот сейчас ссылка выйдет в правом верхнем углу трансляции ролика. Вот она, смотрите, нажимаете, она кликабельная. На сайте есть видео, видеопрезентация. Что могут сделать юристы нашей компании для вас, чтобы освободить вас из кредитного рабства? Навсегда, абсолютно. То есть... Хотите верьте, хотите нет, если вы примете решение стать под юридическую защиту, то вы больше никому ничего не будете должны. То есть в банк платить больше не придется, в микрофинансовую организацию тоже и так далее и тому подобное. И вы, самое главное, останетесь на свободе. Вам не придется переезжать в другую страну, менять место жительства, отказываться от родственников, менять внешность, номера телефонов, адреса и так далее. Нет, вы будете жить так, как жили, только смотреть на мир счастливыми глазами. Итак, подписывайтесь на наш канал. Вступайте в группу ВКонтакте, ссылка на группу в описании этого либо любого другого ролика. Ставьте лайк и обязательно посмотрите видео на нашем сайте. Еще раз напоминаю, ссылочка в описании ролика. И вот в правом верхнем углу еще, смотрите, вот она появилась. На этом я с вами прощаюсь. Я желаю вам всего хорошего, счастья, здоровья, финансового благополучия. Доброго дня. До свидания.